Так, следующую формулу, которую мы разучим, это расстояние от точки до прямой на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Ну, на плоскости. Значит, давайте картиночку сначала нарисуем. Есть прямая L, есть некоторая точка с координатами x0. Y0, ну пусть это точка P. Значит, надо посчитать расстояние от точки до прямой. Опускаем перпендикуляр. И длина этого перпендикуляра, ρ, вот нас интересует. То есть ρ это и есть расстояние от точки P до прямой L. Ну, предположим, что прямая L у нас задана в виде линейного уравнения AX плюс BY плюс C равно нулю. Тогда формула имеет следующий вид. Я сейчас ее приведу, эту формулу, ну и тут же докажу. Значит, в знаменателе стоит а квадрат плюс b в квадрате. Я отмечу, что эти сумма квадратов не равна нулю, потому что если бы сумма квадратов была равна нулю, то коэффициентов не было, никакой прямой бы у нас и не было, соответственно. А в числителе стоит следующее. Надо точку P подставить в уравнение прямой. А x нулевое плюс B y нулевое плюс C. И взять это по модулю. Ну, давайте заметим, например, следующее. Что если бы точка P лежала на прямой, числитель бы обратился в ноль, значит, расстояние было бы равно нулю. Значит, ну как получить эту формулу? Значит, вспоминаем, что мы знаем про уравнение прямой. Значит, вектор АВ. Что из себя представляет вектор АВ? А это вектор нормали. То есть он идет перпендикулярно данной прямой. Значит, из точки x0, y0 и должен двигаться вдоль вектора нормали, пока не приду в точку, лежащую на прямой L. Ну, давайте напишем x, y. Это есть точка x0, y0. От которой мы начинаем движение, плюс параметр t и вектор нормали AB. И нас интересует случай, когда эта точка лежит на прямой. Ну, давайте напишем. Принадлежит прямой L. Что означает, что эта точка лежит на прямой L? Это значит, что она удовлетворяет вот этому уравнению. Значит, это получается A умножить на координату x, x нулевое плюс t умножить на A, плюс b умножить на координату y, y нулевое, плюс t умножить на b, плюс c равно нулю. Отсюда собираем коэффициенты при t, мы получаем следующее, что t умножить на a квадрат плюс b в квадрате, а все остальное, не содержащее t, перенесем в правую часть. Минус a x нулевое, минус b, y нулевое, минус c. Итак, параметр t, то есть тот момент времени фактически, когда мы придем на прямую L, посчитан. Это есть минус, знаменатель стоит a квадрат плюс b в квадрате, а здесь a x нулевое плюс b, y нулевое плюс c. Ну, можно даже назвать, что это t нулевое, именно то значение, когда мы пришли на прямую L. То есть мы из этой точки отложили вектор, пропорциональный вектору нормали. И вот этот вектор, который здесь я обведу так в квадратик, это и есть вектор, соединяющий точку P с точкой на прямой L. Значит, надо посчитать его длину. Значит, t нулевое умножить на a b. И длина этого вектора. Вот искомое расстояние. Значит, ну, t нулевое по модулю выносится. Значит, а здесь будет корень из a квадрат плюс b в квадрате. Видим, что t нулевое выглядит так. В знаменателе стоит этот корень в квадрате. Поэтому остается a x нулевое плюс b y нулевое плюс c. Деленное на корень из а квадрат плюс b в квадрате. Вот формула получена.
Ну, давайте теперь парочку примеров посчитаем. Значит, прямая L x плюс y плюс 1 равно 0. Точка P с координатами 1, 2. Применяем формулу, пишем ρ равно. Значит, точку 1, 2 ставим вместо координат, получаем 1 плюс 2 плюс 1. Берем по модулю, ну здесь все положительное, поэтому ничего не влияет. Корень из суммы квадратов. Коэффициенты при x, y 1 плюс 1. Значит, получается 4 деленное на корень из 2. 2 корня из 2. Все. Вот ответ в этой задаче. Ну, чуть не более, может быть, необычное. L. Просто y равно 5. А точка P 7, 8. Ну, иногда пишут равенство, иногда не пишут. Но я предпочитаю, что P имеет вот такие координаты. Писать 7, 8. Значит, расстояние. Пишем равно. Но надо сначала записать уравнение прямой, чтобы все стояло в левой части. То есть y минус 5 равно 0. Значит, в знаменателе что будет стоять? Х нету, значит, при нем коэффициент 0, при y стоит просто единица. Все, единицу подставили. Теперь координаты 7, 8 ставим в уравнение прямой. Будет 8 минус 5. Расстояние равно 3. Ну и еще давайте один уж пример посчитаем. Так, вот здесь единицу напишу. Значит, прямая L. Значит, 2x минус 3y плюс 1 равно 0. И точка P с координатами 1, 1. Считаем расстояние ρ. Значит, корень из чего? 4 плюс 9. Ну, так и напишем 4 плюс 9. И ставим координаты точки 1, 1 в уравнение прямой. Значит, 2 минус 3 плюс 1. Ну, видим, что числитель обращается в 0. Значит, расстояние равно 0. Это просто означает, что точка P лежит на данной прямой L.